Здоровье человека в преклонном возрасте неизбежно ослабевает, увеличивается риск возникновения различных недугов. Недержание – весьма распространенная медицинская проблема. При этом пожилые люди большую часть времени проводят в постели. Для того, чтобы справиться с этой ситуацией, без особой продукции просто не обойтись. Привычные в этом деликатном деле средства – клеенчатые пеленки, страхующие матрас от промокания – некомфортны для спящего на них человека. Они вызывают излишнюю потливость, шуршание, мешающее отдыху и сну. Кроме того, они препятствуют циркуляции воздуха, что способствует возникновению пролежней. Но теперь про эти неприятности можно забыть. Ведь на латвийском рынке появились особые чехлы на подушки и матрасы – Bioelastic Sunny Plus. Знаете, вообще матрас очень хороший, так как он дает тепло. Вот протянешь руку на край матраса и чувствуешь, края холодные, а вот сама спина чувствуется сразу в тепле. И тебе просто идет тепло от матраса. Чехлы для подушек и матрасов Bioelastic Sunny Plus обладают множеством достоинств. Благодаря использованию серебряных волокон они препятствуют развитию бактерий и возникновению неприятного запаха. Регулируют температуру тела, уменьшают статическое электричество. Bioelastic Sunny Plus чехлы на подушки и матрасы произведены благодаря исследованиям по уходу за лежачими больными. Эти чехлы воздухопроницаемые, но не пропускают жидкость. В них не заводятся пылевые клещи, а также они регулируют температуру тела. Это очень экономичный в использовании товар. Его можно стирать до 500 раз при температуре до 100 градусов. Таким образом дезинфицируя чехлы. Или их просто можно протереть дезинфицирующим средством. Латвийская компания Lilly специализируется на поставке медицинских гигиенических товаров. Помимо продукции Bioelastic Sunny Plus, фирма предлагает губки и перчатки для личной гигиены, влажные салфетки различных размеров, шприцы, дезинфицирующие средства, одноразовые перчатки и другие гигиенические товары. В розницу они продаются через аптеки, а оптом на складе компании.